Время. Включили? Так, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, садитесь. Так, тема сегодняшней лекции – социальное становление. Ну, речь идет о социальном становлении, значит, для того, чтобы понять социальное становление, надо знать, что такое становление вообще. То есть надо знать эту философскую категорию, история которой является довольно древней. Вот некоторые думали изначально, как променит, что можно обойтись без этой категории, что можно утверждать, что есть только бытие, а ничто вовсе нет. Вот Гераклит настаивал на том, что все течет, все изменяется, самый древний диалектик. Но вот в таком чистом виде, в котором эта категория становления представлена Георгом Вильгельмом Фридрихом, этого не было до 1812 года, до издания «Большой логики Гегеля», до издания «Науки логики». Что касается рассмотрения этой категории и усвоения, поскольку все категории в науке логики выводятся, мы тоже пойдем не по пути утверждения, которое можно записывать, а по пути выведения и доказательства. И начнем мы при этом с еще более простой категории, самой простой категории, которая называется «чистое бытие». Чистое бытие. Некоторых удивляет, почему Гегель начал с чистого бытия, дескать, начал бы он с чего-нибудь другого, что более знакомо, что более понятно, что более известно. Начал бы он, допустим, с «я». Вот. Но Гегель легко поясняет, что в самом начале, когда еще познание только начинается, что вы знаете в самом начале о том, что вы рассматриваете? То, что оно есть. А еще что вы знаете? И больше ничего, нечего сказать о бытии чистом, как и таковом. Поэтому началом диалектики первой категории, независимо от того, что вы взяли в качестве начала, оказывается чистое бытие. А были попытки самые разные сделать или предположения сделать, с чего начать диалектику. Ну вот еще раз повторяю, что раз вы начинаете, значит, то, с чего вы начинаете, есть, а раз вы только начинаете, про это вы и не знаете еще ничего, и сказать еще не успели, значит, оно есть чистое бытие. Поэтому первой и самой простой категорией диалектики является категория чистого бытия. Для вновь пришедших мы рассматриваем тему, начали социальное становление, но к становлению вы должны еще прийти. И вот мы рассматриваем это самое чистое бытие. Как мы его рассматриваем? Умственным взором. Вот если вы будете рассматривать чистое бытие умственным взором, что вы можете о нем сказать? Ну, умственным взором можно рассмотреть с своей стороны. Ну, ясно, что не с моей вы будете рассматривать, со своей. Я к вам и обращаюсь. Вас это удивляет? Что если к вам обращаются, то вы должны рассматривать. Если ко мне обращаются, я рассматриваю, к вам обращаюсь, вы рассматриваете. Вот рассмотрите чистое бытие, что вы о нем можете сказать? Чистое бытие существует. О, это очень много. Существует, это категория, которую вы не знаете. Это во-первых. Во-вторых, нельзя более простые категории определять через более сложные. Правда? Потому что сложное – это сложенное из простых. А вы взяли простую категорию и ее начали объяснять через такую сложную, как существование. Знаете, где она выводится, эта категория существования? Во второй книге «Науки логики. Учение о сущности». А мы находимся в самом начале. Ничего не можем сказать. А? Мы о нем ничего сказать не можем. Это у вас слабый ум или о нем ничего нельзя сказать? Как правильно сформулировать? Я вот не могу сказать такой-сякой, я бедный, несчастный, слабый или... Вот, это совсем другое. Или нельзя, потому что вам никто не запрещал, или просто нечего о нем сказать. Как лучше сказать? Нечего или нельзя? Нельзя. Почему нельзя? Я вам разрешаю говорить, пожалуйста, говорите. Вот лекция моя, я вам могу разрешить. Говорите, пожалуйста, что хотите.
Поэтому нельзя, надо убрать отсюда. Это не та формулировка. Надо правильную формулировку брать. Нечего сказать о нем, как о таковом. Кроме того, что оно есть. Ну вот хочу здесь остановиться и сразу вас научить давать зачет. С гарантией. Пользуюсь диалектикой. Как надо сдавать зачет? Вот приходите вы на зачет ко мне. У нас экзамен, поэтому к экзамену это не подойдет. Там два вопроса, а у вас всего один вопрос на зачете. Ну вот я вас спрашиваю, что вы об этом знаете? А вы об этом ничего не знаете. Что вы должны сказать? Что вы будете отвечать? А? Знаю, что оно есть. Вот. Я знаю, что оно есть. Но только надо говорить как-то убедительно, так, гордо. Не так, как вы так. Надо собраться и сказать, я знаю, что оно есть. Солидно, чтобы было. А если еще последует вопрос? А еще что вы об этом знаете? Что надо сказать? Ну, чувствуется, что вы еще так не подготовлены. Я-то уже был студентом, я знаю, что говорить надо. Мы же договорились, один вопрос. А что, второй вопрос? Вы что, допрос учиняетесь студентам? Поэтому все, зачет. Как договаривались? Ответил, все. Это простая категория. Это мы используем самую простую категорию. Чистое бытие. То есть очень полезная категория. Ну, раз о ней нечего, вот мы обдумываем ее, эту категорию, как дальше? И категория – это же категория логики. Логика – это движение мыслей, выраженное в понятиях. И вот мысль наша уже пришла к тому, что о чистом бытии можно сказать, что оно есть, и больше о нем сказать нечего. И что значит, мы к какой мысли пришли? К мысли о ничто. Раз мы сказали, что больше о нем сказать нечего. Не то, что нельзя, это мысль другая, что кто-то запрещает, вам не дает, а вы пытаетесь, а вам рот зажимают. Нет, нечего и все. Значит, вы пришли к ничто. И что мы должны, какой вывод сделать в итоге? Что в нашем сознании, в нашем мышлении, и не только в нашем, в любом сознании, в любом мышлении, если оно не делает никаких ошибок, если мыслить чистое бытие, то мыслящий должен прийти к понятию чего? Ничто. Какого? Ну, такого, который мы впервые видим, что мы о нем можем сказать, кроме того, что оно ничто. Ничего. Поэтому оно тоже чистое ничто. Вывод. Обычно люди, не поднаторевшие в диалектике, в логике, они, так сказать, сразу это бросают, дескать, ну что там, чистое бытие. Что там рассуждать, что рассматривать? Чистое ничто, что там рассматривать? Бросают. А серьезные люди, особенно когда имеют дело с простыми категориями, они их обдумывают и додумывают. И вот что вы должны, какой вывод сделать по итогам нашего рассмотрения? Вот те, кто пришли вовремя, один у нас пришел вот вовремя, они могут сделать совершенно твердый вывод о том, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Переходит и перешло. Ну, а раз чистое бытие перешло в чистое ничто, что нам нужно делать? Что нужно делать? Что мы должны обдумывать теперь? Рассмотреть их вместе. То, что получилось. А что у нас есть теперь для рассмотрения? Чистое ничто. Будем рассматривать чистое ничто. Вот что вы можете сказать про чистое ничто? Только что мы с вами тренировались, а вы что-то задерживаетесь. Сразу говорите. Вот, молодец. Видите как? Видно, что человек подкованный. А раз оно есть, значит, чистое ничто перешло во что? Чистое. В бытие. Но не в чистое. Потому что то, вначале было чистое бытие, а это тут уже два этапа прошли мы. Чистое бытие перешло в чистое ничто, а чистое ничто перешло в бытие, но уже не первое, не то, а это уже второе бытие, правильно? Поэтому просто бытие, не чистое. А это бытие, если его рассматривать, оно что-то к нему прибавилось? Нет. Оно просто уже не чистое, но оно, это бытие, переходит в ничто. Это мы уже знаем. Если бытие, о котором больше нечего сказать, то оно переходит в чистое ничто. Что мы получили в нашем сознании? Мы получили первую действительно диалектическую категорию. Не абстрактную, когда... Что такое абстрактная категория? Односторонняя. Которая берет одну сторону, а вторую не берет. Вот можно взять ваши достоинства и сказать, вот какие-то у вас достоинства.
и долго-долго об этом рассказывать, ничего другое не брать. А можно пойти по другому пути. Вызвать вас к следователю. Так, у вас недостатки есть? Только не запирайтесь. Вот. У всех есть, а у вас есть? Есть. Ну вот, недостатки есть. И начнем заниматься. Давайте эти недостатки выписывать. Недостатки у вас в действиях проявляются? Если они в действиях не проявляются, не надо на себя нас поклёп возводить. Давайте прямо, а вот давайте говорить о тех недостатках, которые проявляются в действиях. Каких? Ну, верх недостатки в антиобщественных. Так, фамилия ваша, антиобщественной деятельностью занимался. Так, сейчас вот я вам дам бумажечку, там написано будет, с моих слов записано верно. Подписывайте. Так, а вы тоже сообщник с ним, тоже у вас есть недостатки, да? И вы тоже? Ну, значит, организованная группа уже. Это уже тянет на больший срок. И так далее. Так, бывает. Так вот, мы с вами должны фиксировать, что происходит в логике. Значит, чистое бытие перешло в чистое ничто, чистое ничто перешло в бытие, а вот бытие-то уже, мы знаем, что оно переходит в чистое ничто, и дальше тут уже процесс неостановимый. И получилось, что дальше бытие переходит в ничто, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие. И что мы имеем тогда, что получили? Вот мы получили движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот какое мы получили движение. Ну, раз вы такое когда-нибудь видели, знакомы с этим, с такой категорией? Нет. Это вот категория, первая диалектическая категория, самая простая. Или, можно сказать, первая истинная категория. Иногда говорят, что истина всегда конкретна. Что это значит? Некоторые думают, что это подробно. Нет, конкретное противостоит абстрактному. Абстрактное – это одностороннее, а конкретное – это не одностороннее. Вот эта категория, первая категория, не односторонняя. В ней есть и бытие, и ничто. И они не просто есть, а они переходят друг к другу постоянно. И вот эта категория, которая выражается как движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, требует своего названия. Как назовем? Диалектическая категория. А? Диалектическая категория. Диалектическая – это не название. Это вы ей сказали, что она диалектическая. Надо какое-то название взять. А как узнать, какое название? Тут открываем мы. Выводить мы можем и без книги. Да? Мы сейчас выводом занимались. А вот тут мы открываем книгу «Науку логики Гегеля». И название берем у него. А он откуда берет название? Он берет название для категории из истории философии. Он подытожил работу философского духа за 2000 лет и выбрал там те категории, которые являются важнейшими. А категории – это ключевые понятия, узловые понятия, не все понятия, а те, из которых строится вот, так сказать, самая общая картина мира. Эта категория называется становление. Становление. Движение бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. Становление. Если бы у нас были не занятия обычные, а был бы у нас институт, мы бы могли с вами широко развернуть научно-исследовательскую деятельность. Сначала мы бы исследовали чистое бытие целый год. Попросили бы финансирование на эту тему. Создали бы институт чистого бытия, изучали, изучали. К концу года написали отчет, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Просили бы нас институт переименовать в институт чистого ничто и выделить деньги на следующий год. Еще год бы с вами изучали, изучали внимательно, всесторонне, это самое чистое ничто, и сделали бы вывод, что оно переходит в чистое бытие. А к концу второго года мы уже открытие сделали, что не просто вот одно в другое переходит, то есть что вот снова чистое ничто перешло в бытие, а теперь это уже не остановится, это не останавливается это движение мысли. Бытие в ничто, ничто в бытие. Это надо двойное финансирование и институт назвать институт становления. Правильно? Отчет бы написали, как мы работали, напрягали мысль. И вот начали бы изучать это становление. И как вот если изучать это становление, что бы мы увидели? Что мы увидели в этом становлении два
противоположных движения. Можете их назвать? Переход бытия. Это одно. А ничто бытие. О, видите, два противоположных движения. Но у нас же институт, надо назвать же название, дать этим переходам. Это не вообще переход бытия в ничто, а переход бытия в ничто в становление. Чувствуете разницу? Не какой-то переход бытия в ничто где-то, а есть становление, а в нем, в становлении, есть переход бытия в ничто. И в этом же становлении есть переход ничто в бытие. И эти вот два противоположных перехода, два противоположных движения в одном движении, как называется? В философии. Не догадайтесь. Так народ и забивает. Они не знают названия, и без названия никуда не пойдешь. Скажет, неграмотный, совсем не знает, что это такое. Вот это называется моменты. Эта категория гораздо более высокая, чем части, элементы, структуры, как вот иногда вы можете читать. Все это, когда части, элементы, структуры, когда все на куски разделено, разделка туши. То есть, вот, скажем, ваша рука – это часть или это момент вашего организма? У вас где начинается ваша рука? Вот скажите, пожалуйста. А? От сердца. От сердца, если она живая, да? От сердца. А вы еще пальчиками не можете пошевелить? Так это откуда начинается? Мозга. Вот, с мозга. Поэтому невозможно. Живую руку нельзя отделить. А если отделенная рука, то это не рука, а рука трупа. Или мертвая рука. Человек, скажем, жив, а руку ему отсекли. Или в аварию попал. У нас такое часто бывает. Значит, вот противоположные движения в одном движении. Это движение в общем, движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии называется моментами. И эту категорию надо запомнить. И вот эти моменты противоположные, правда? Один момент – переход ничто в бытие, как бы его назвали? Не было и стало. Переход ничто в бытие. Как назвать такой момент? Не было и стало. Этот момент называется естественным образом возникновение. Я думаю, ни у каких протестов такое название, которое дал Гегель этому моменту, не вызовет. Второе движение, противоположное, переход бытия в ничто, было и не стало. Как называть? Ну вот в русском переводе дано такое не широко распространенное слово, как прехождение. Что такое прихождение? Все приходящее. Вот и то, что было, то приходящее. Если у вас сейчас есть деньги, это приходящее. Согласны? Вот. А если денег нет, это тоже приходящее. Может и появится. Здоровье есть. Приходящее. Можно заболеть. Молодой, приходящий, стариком станешь. А что не приходящее? А все приходящее, все приходящее. И вот можно выучить эту категорию, пойти в какую-нибудь пустынь, отрастить себе бороду, и к тебе будут приходить, а ты будешь все время там придут, там люди жалуются на проблемы, какие есть, вот расскажут, какая у них жизнь тяжелая, а вы спокойно выслушали так, и потом говорит, это все приходящее. Они успокоились, уехали. Через год приезжают вдохновленные, действительно, как вы сказали, все приходящее, больные выздоровели, у кого не было денег, деньги нашли, все стало хорошо, он послушал, послушал, говорит, это все приходящее. То есть снова может быть опять, бытие превращается в ничто, и так постоянно. Это же движение исчезновения, бытия, ничто, ничто, бытие, не какой-то разовый переход, правда? Это же постоянное прихождение в этом самом, и постоянное возникновение. Поэтому мы теперь можем представить наше, по итогам работы нашего института, в отчете написать, что мы исследовали это вот становление, и оказалось оно единственным возникновением и прихождением. Крутой такой вывод сделали научный, правильно? Единственное возникновение и прихождение. Единственное, что здесь сразу как-то так вот не видно, а куда делись бытие и ничто? Есть становление, в нем есть возникновение и прихождение, а где бытие и ничто?
Для того, чтобы их снова увидеть, надо немножко переформулировать, что такое возникновение, а что такое прихождение. Смотрите, что такое прихождение? Это бытие, запятая, переходящее в ничто. Правильно? Вот бытие, переходящее в ничто, есть прихождение. А если вы, так сказать, по нынешней модной привычке скажете, а короче бытие. Потому что бытие какое? Приходящее в ничто. А что такое возникновение? Это ничто, переходящее в бытие. А короче? Ничто. Вот они. И бытие, и ничто. То это такие живые бытия вот, и ничто, которые есть в жизни. Вот теперь мы можем сказать, что других бытия и ничто в жизни нет. Всегда есть либо такое бытие, которое переходит в ничто, либо такое ничто, которое переходит в бытие. А абстрактного ничто и абстрактного бытия в жизни нет. Это абстракция. Это значит, что наша абстракция правильная. Мы из жизни это отражение взяли. Но это было одностороннее понимание, не диалектическое, формально-логическое. Есть же бытие, есть ничто. А на самом деле в реальной жизни, в любой механической, физической, природной, социальной, всегда бытие есть лишь как переходящее в ничто, то есть как прихождение, а ничто лишь как переходящее в бытие, то есть как становление. Вот какие выводы мы получили. Очень важные. Ну вот для того, чтобы пользоваться дальше этой категорией, надо немножко пройти дальше, чтобы знать, а что дальше-то бывает с этим становлением. Вот становление было у нас сначала благодаря разности бытия и ничто. Благодаря тому, что это разные категории, появилась такая категория становления. Правильно? Но бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. То есть разность в этом становлении бытия и ничто исчезает. То есть бытие и ничто есть благодаря... Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Разность в этом становлении исчезает. Значит, и становление тоже исчезает. Вот вывод, который мы должны с вами сделать логически. И все, добытое нашим непосильным трудом, умственным напряжением наших мыслей, наших голов, нашего мозга, пропало. Но это же диалектика. В диалектике никогда бесследно ничего не пропадает. Что значит пропало? То есть оно себя отрицает. А что является отрицанием становления? Это надо на эту тему подумать. Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Бытие в ничто переходит, ничто в бытие. Беспокойное единство. А что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Спокойствие или покой. А что является отрицанием единства? Вот это не так просто будет ответить. Что является отрицанием? Чтобы понять, что является отрицанием единства, надо понять, что такое единство. Когда употребляется слово единство? Когда есть что-нибудь одно или когда есть некая множественность? А? Да ладно, если я буду говорить одно. Я един с самим собой. Это вам интересно будет? Я буду вам рассказывать про единство меня с самим собой, а вас с самим собой. Что тут рассказывать? Бессмыслица говорить. Ёлка – это ёлка. Бревно есть бревно. Нет. Вот слово «единство» употребляют тогда, когда есть что-то не одно, и тогда можно говорить о единстве подходов, взглядов, соображений, мыслей и так далее. Вот мы можем говорить, что у нас есть единство в понимании чистого ничто. Можем? А если нет вот этих разных, то тогда не слово «единство» употребляется, а у нас отрицание вот этого единства. Отрицание единства мы рассматриваем. А отрицанием единства является простота. Простое, не состоящее из чего-то, а простое. Вот, скажем, партия, говорят, партия – это единство. Это имеет идейное единство своих членов, да? Так там сколько? Много? Миллионы, может быть, членов партии. А когда мы говорим
об отрицании этого единства, так это просто простота. Нет никакой сложности, нет у этих людей множественности. Есть простота. Вывод. Отрицанием становления является спокойная простота. Или, другими словами, отрицанием становления является некое бытие спокойное и простое. Спокойное и простое бытие. Вот такое бурное движение возникновения и прихождения, переходящее в друг друга, вдруг успокоилось и стало спокойной простотой. Что мы про эту спокойную простоту можем сказать? У нас уже опыт есть. Что вы можете сказать? Молодец. Видите, как это народ. Она есть. А раз она есть, как он ее назвать? Приходящая. Да ну как, если она есть, она бытие. Ну что вы тут усложняете жизнь нам? Бытие. Если она есть, она бытие. Если нет, ничто. Бытие. Но не первое же, не чистое, да? Вы видите, что вот целый путь мы прошли от того чистого бытия до этого бытия. Вот это бытие, а название мы берем, открываем книгу и смотрим, как это называется в науке логики Гегеля. Наличное бытие. А почему наличное? Потому что налицо есть только бытие, а ничто налицо нет. Правда? И вот эта операция, которая произошла у нас, отрицание становления, называется не просто как в диалектике, не зрешное отрицание, не отбрасывание, не отталкивание, а называется снятием. Снятием. Что такое снятие? Снятие – это категория, которая выражает диалектическое отрицание, а именно отрицание с удержанием. С удержанием чего? С удержанием всего предшествующего содержания. Раз она появилась, вот эта категория наличного бытия из предыдущего, то все содержание предыдущего входит в содержание вот этой категории. Это очень важная категория снятия. Например, можно считать, что рабовладение является снятием первобытно-общинного коммунизма. Правильно? Она его отрицает. Но то, что орудия труда, которые в первобытно-общинном коммунизме использовались, и те отношения, которые они в какой-то мере переходят в новое общество, да? Значит, вот это не просто, так сказать, все закончилось, все выброшено, а, скажем, производительные силы не только не выбрасываются, а составляют основу для дальнейшего развития. Они приходят от одного поколения к другому. Каждое поколение получает в свое распоряжение прежние производительные силы, развивает их и передает дело другому поколению и уходит. А новое поколение продолжает. И так складывается бесконечный процесс развития человечества, что очень важно для музеологов. Я правильно понимаю? Музеологи, они вот и следят за этим процессом, бережно сохраняют то, что совершалось в предыдущее время предшествующими поколениями, не просто сохраняют историко-культурное наследство, изучают историко-культурное наследие и пропагандируют историко-культурное наследие. А учреждения, которые для этого создаются, называются музеями. А люди, которые это изучают, называются музеологами. То есть, если, так сказать, владеть философией и логикой, то тогда картина ясна. Кто тут собрался, для чего и зачем. Ну, естественно, музеологи должны эту картину ясную в своей голове иметь. И запомнить, что в диалектике просто такого отрицания зряшного нету. И оно всегда, это самое отрицание, оно содержит в себе противоположность и удержание. Отрицание содержит то, что оно отрицает. Вот пример. Я к вам подхожу, чтобы оттолкнуться. Это отрицание. Я от вас отталкиваюсь. Так. Теперь от вас отталкиваюсь. Так. Я от вас отталкиваюсь. И что произошло? Я к вам притронулся. То есть, чтобы оттолкнуться от вас, что я должен сделать? Я должен с вами соединиться, прийти даже сюда и соединиться. Гегель пишет, что для того, чтобы нарушителя спокойствия выбросить из храма, его приходится обнимать для того, чтобы быть.
Ну, а борцы с чего начинают свою борьбу? Греко-римского стиля, классического. С чего? Что они приходят? Пока они еще не начали борьбы, они стоят отдельно. Как только они начали борьбу, что они делают? Обнимаются. Вот. И это мы должны так понимать, как люди, изучающие философию, диалектику. Что никакого отрицания, которое бы не было соединением с тем, что отрицается, не бывает. Например, я могу сказать, вот вы никого не убили. Что я делаю? Про вас рассказываю, да? Еще могу сказать про вас, что вы никого не ограбили. Что вы ничего не сломали, не испортили. Могу до вечера про вас это рассказывать. В итоге вы будете все время связан вот с этим всем, со всякой этой дрянью. Да? И вот, а все про вас в центре вы, вокруг, рядом там убийства, грабежи там, и прочее. Все, 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 все. Но только связаны вы будете чем? Словом «не». А слово «не» этого не спасает. Вам вот как больше нравится? Как вот я скажу, что вы умный человек или вы не дурак? Лучше умный сказать, правильно? А дурак – это вот мне сложность представляет. Чтобы показать, что вы не дурак, это мне надо сейчас выйти, ходить по коридору, у вас никого не найду, дурака, пойду к себе в институт философии. Найду, приведу, вот сюда поставлю, скажу, вот он не такой. Это очень сложно. Лучше мне сказать умный и все. Зачем такие сложности? То есть мы это тоже должны различать, если мы понимаем, что такое наука о мышлении, логика. Мышление как отражение того, что есть вообще в мире, потому что мышление отражает все, всеобщее. Поэтому если вы изучаете законы мышления, тем самым вы как бы бесплатно заодно изучаете всеобщие законы общества и природы. Природы, общества и мышления. Поэтому может показаться, что вот мы там такую пустоту с вами разбираем. Мы с вами разбираем не пустоту, а мы самые богатые категории разбираем. Какие самые богатые? Которые относятся к чему? Ко всему. Все есть бытие. Все есть какое-то бытие. Все есть какое-то ничто. Вот вы же, например, не троллейбус, так что поэтому можно и рассматривать вас как ничто троллейбус. Все есть становление. Есть тот, кто не находится в становлении? В котором не совершается процесс перехода бытия в ничто, ничто. Вы же дышите. А что, в чем состоит дыхание? Все время у вас углекислый газ образуется в организме, и надо его выдыхать и набираться кислорода. Постоянно. Поэтому этот процесс все время идет. Все время кровь должна очищаться, и в то же время она убирает в себя плоды, результаты разложения, который происходит в клетках организма. И это постоянно. Поэтому это мы можем от этого отвлекаться на время, но если мы всерьез хотим разобраться, что происходит, то мы от таких категорий, как становление, не можем отстраниться. И пока эта вот категория не вошла в философскую практику и вообще в исследовательскую практику, изучение чего-то сложного, там, природного или общественного, было по существу невозможно. И поэтому эта наука... Ну, носила характер такой описательный. Вот я могу сказать, сесть и начать описывать. Присутствовали 4 человека. Вот, 3 в свитере мужеского пола. Значит, одна вот, в светлой кофте, девушка женского пола, и, соответственно, и так далее. И буду рассказывать, как вы там себя вели. И тут какая-нибудь наука есть? Нет. Это описание. А описывать могут лучше всего это делают писатели, правда? Зачем для этого ученые? Писатели, вот они и описывают все хорошо. И интересно читать. А если ученые будут описывать, даже и читать-то неинтересно. Противно, потому что у них таланта описывать нет, а они занимаются описанием. Поэтому наша деятельность вот никак не может сводиться к описанию, а в то, что мы сейчас с вами углубляемся в те процессы, которые тут есть. Вот возьмите наличное бытие. Наличное бытие – это результат снятия чего? Становления. А раз он результат снятия становления, в нем, как в результате, есть становление. Вот вы результат снятия своих родителей. Правильно? Вы их как-то не то чтобы отталкиваете, но вы же не родители свои, есть ваши родители, а вы есть их сын. Или вы есть их дочь. Значит, это отрицание. Какое? Диалектическое. Снятие. С одной стороны, у вас есть их какие-то качества, черты характера и природные задатки, которые есть у родителей. А с другой стороны, не такие, как у родителей. Тем более, что
эти как-то смешиваются и преобразовываются. Поэтому всякое бытие, которое произошло из чего-либо, то есть является снятием становления, оно содержит в себе то, что снимается. Значит, налицо бытие, у нас спокойное и простое бытие, а в нем есть становление. А в становлении, кроме бытия, есть ничто. Значит, в наличном бытии, которое мы получили, есть ничто. А до этого мы имели дело с таким ничто, которое было свободное. Ничто переходило в бытие, бытие переходило в ничто, а оно не налицо, оно есть в этом. Например, вот я на вас смотрю, у меня есть такое подозрение, что у вас есть желудок. Но он не налицо. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть подозрение, что желудок – это не вы, и что вы не желудок. Поэтому желудок есть ваше ничто, хотя оно в вас. Поэтому если вас брать как наличное бытие, то в нем, в вас, есть ничто. Вот такое ничто, которое есть в наличном бытии, уже не свободное. Да? Не свободное не на равных с бытием, а оно в нем, в наличном бытии, которое спокойное. Называется небытие. Небытие. Вот мужчина в браке уже не просто мужчина, а муж. А что значит муж? Жена есть. Что такое слово «муж»? На что оно указывает? На наличие жены. А женщина в браке – это кто такая? Она замужем. Тут вообще в самом слове уже муж присутствует. Замужем. Замужняя. Хотя в слове «жена», в слове «муж», правда, не присутствует, но пусть попробует он сказать, что не присутствует. Он получит от жены. Тут же. Так что это вот особенность таких категорий. Вот мы тонкий сделали такой поворот, и вот наличное бытие – это такое бытие, в котором есть небытие. И вот это наличие небытия в бытии – это особенность наличного бытия. Вот такое небытие, которое в бытии, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Определенностью наличного бытия. То есть определенностью наличного бытия является какое-то его отрицание, так? Его небытие. Вот вы записываете, а вот вы записываете, у вас какого цвета тетрадочка, листы? Белые. А если вот вы, а вот это темное там на этих листах, это можно считать небытием белого цвета? Можно. А если убрать это небытие, вот это, уберите это небытие, пусть хорошие, красивые будут белые листы. Но ведь будет у вас запись лекции? Не будет. Это вот выражается в философии так, что небытие есть определенность наличного бытия. Чтобы что-то получило свою определенность, надо или светлое затемнить, или темное осветлить. Вот на, скажем, светлом фоне можно давать какие-то темные знаки, вот здесь надписи. Или, может быть, совершенно черный фон, на нем белым можно писать, правильно? И Гегель говорит, что а в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. То есть тут надо понять такую, может, уже непростую такую вещь, что определенность наличному бытию придает его небытие, его отрицание. Пример. Вот после лекции вы можете пойти в буфет и взять стакан чая. А еще дают к нему, как раз сахар там лежит, кому надо, берите сахар. Поскольку некоторые пьют без чая, то есть без сахара чай, то, так сказать, туда не кидают, а прямо вот берите в зеленой упаковочке, можете вскрывать и насыпать. И вот вы насыпали этот сахар в чай и размешали. Какой получился чай? Чай какой, когда вы сахар туда насыпали и размешали? А? Сладкий. То есть это уже определенный чай, не просто чай, а определенный, сладкий. Мог бы быть чай и без сахара, правда?
Так сахар это чай или не чай? Да там прям видно, вот чай, вот сахар, прям лежат отдельно. ВЭС это то, что не чай. Бах туда в этот чай. Смешали с чаем не чай. Что получили? Определенный чай. Какой? Сладкий. Вам показалось этого мало, мало одного отрицания. Взяли кусок лимона и тоже туда. Раз в этот чай. А лимон-то это не чай. Раз не чай, вы не видите, это отрицание чая. Это не бытие чая. Вы не бытие чая бухнули в чай. Что вы сделали? И что получили? Чай с лимоном. А лимон в чае, он там так и болтается. Это вот сахар-то не видно. А лимон так и болтается. Это не чай, брошенный в чай. Это не бытие. Но это чай с лимоном уже у вас. Вот то, что вы смотрите, то, что разглядываете, это определенный чай. Определенность, надо запомнить, определенность дает отрицание. Вот смотрите, у вас свитер с полосками белыми. Благодаря этому, этим полоскам, вот, так сказать, вы более заметны, чем вот этот товарищ, который себя не выделяет из массы. Он вместе с народом, вот, я со всеми, и этот товарищ тоже не выделяет. А тут есть товарищ, он особый. Он и раньше и пришел, между прочим. Вот. Эти вот опоздали, поэтому они стараются не выделяться. Он не собирался опаздывать, поэтому он может одеть и заметный свитер. Правильно? Почему бы и не одеть, если он первый пришел и сел вовремя? Нормально, совершенно. То есть, чтобы получить вот какую-то определенность, необходимо или темное осветлить, или светлое забелить. Вот на этом мы экскурс заканчиваем в общефилософское диалектическое рассмотрение, становление пока. А вывод такой, что, так сказать, есть становление, а есть становление, ставшее спокойным, то есть отрицание, снятие становления, то есть наличное бытие. Результатом снятия становления является наличное бытие. Или наличное бытие является результатом снятия становления. Вот такая картина. Как это можно применить к рассмотрению общества? Это, если мы будем рассматривать различные общественно-экономические формации и способы производства, то прежде чем какая-то формация достигнет известной зрелости и станет наличным бытием, она происходит, этап, проходит этап становления. Вот было сначала первобытное общинное коммунистическое общество. При нем люди прожили около 90 тысяч лет. А потом оно стало превращаться в рабовладельческое. Чтобы такое вообще превращение могло произойти, для этого нужно было очень большое развитие производительных сил. Какое? Как может произойти появиться рабовладение? Чтобы рабовладение могло появиться, нужно не просто поймать противника, представителя другого племени, а нужно, чтобы, если вы его не убьете, а заставите работать, то он может сделать продукты больше, чем на его прокормление. Правильно? А если он сделает продукт только на его прокормление, то никакого смысла еще держать и охранять этого раба, чтобы он не убежал. Смысла нет. Поэтому только тогда может появиться рабовладение и присвоение вообще эксплуатации, и присвоение чужого труда только тогда может иметь смысл, когда один человек может произвести больше, чем на нужно для того, чтобы он мог существовать. То есть человек должен производить, по крайней мере, на двоих. Но имея в виду, что, так сказать, речь идет только не об одном, а о целой семье эксплуататоров, да? Но для того, чтобы это существовало, надо, чтобы производительные силы уже развились настолько, что один человек мог на нескольких человек производить продукты для их существования. Вот тогда может сама возможность появиться рабовладения. И вот этот вот переход от ничто рабовладения к бытию рабовладения, как называется? Возникновением. Возникновением рабовладения. А если есть возникновение, то у одних получилось, другие рабы убежали, убили своего хозяина. То есть вот наряду с возникновением есть и прихождение. Правильно? Или они, хотя производительная сила позволяет сделать на троих
продуктов. А они так плохо работают, не хотят работать. Я вот сколько его не заставлял работать, он не хочет работать, и все. Пришлось его заколоть. Ну, так бывает, да, при владении. Поэтому наряду с процессом возникновения, становления, есть процесс прихождения. И это такой длительный процесс, исторический. Как его охарактеризовать? Становление рабовладельческого строя. Вот хочу вам сказать, что при том, что есть всякого рода книги, документы, исследования, в силу недостаточного овладения диалектикой, например, вот само становление рабовладельческого строя мало исследовано. То есть рабовладельческий строй исследован. Первобытный общинный коммунизм тоже более-менее исследован. А само становление, когда вот и то, и это, и не то, и не то. Когда есть возникновение и борьба противоположных тенденций в этот период. Кто это сделал? Вот вам, пожалуйста, поле для... Что вот вы накапливаете какие-то данные или, в том числе, материальные факты о вот этом периоде становления рабовладения. И вот они представлены в том или ином музее. Представлены они в таком виде? Они, как правило, не представлены. Говорят, вот это вот было в таком году, это в таком году, в таком году. То есть нету использования этих материальных фактов, материальных объектов древних, для того, чтобы как живое представить становление новой формации. А в чем задача музеологов? Они же изучают это. А что значит изучать? Дескать, я изучал амфору, выяснилось, что это амфора. Изучал черепок, выяснилось, что это черепок. Вот выставил в музей, говорю, это амфора, это черепок. Что тут такое музейное? Музей – это, мы же говорили, такое общественное учреждение, которое исследует. Исследует, и то есть берет их вот эти все объекты, предметы материальные, как живые, то есть в живом процессе их использования прежними людьми, прежними поколениями, правильно? И вот тогда он может рассказать, хороший экскурсовод или хороший там, хранитель этого музея, или старший научный сотрудник, или младший научный сотрудник, может рассказать, что вот это все означало, осколками чего это является, осколками какой жизни это является, то есть рассказать жизнь этого времени, становление рабовладения. Есть такое? Как-то я не очень наблюдаю в музее. А как это может быть? А потому что не владею диалектикой, поэтому картины этой и нету. Дальше. Как известно, после рабовладения, рабовладение вдруг стало разрушаться. Так? Причем разрушали, можно сказать, были набеги варваров, они нападали, разрушали. Но когда разрушается, а потом снова восстанавливается, почему-то восстанавливается уже не рабовладение, а крепостничество. То есть работники уже устанавливаются не как рабы, а как крепостные крестьяне уже каких-то феодалов, собственников земли. Феод – это и земля. Такое мера земельной собственности – феод. Феодализм. Есть работы по становлению феодализма? Вот, дескать, варвары разрушили. Так а что разрушили? Разве смысл перехода к феодализму в разрушение или в созидание новых отношений? В созидание новых отношений. Нет, это не варвары их созидали. Они созидались теми людьми, которые на фоне этого разрушения рабовладения стали строить жизнь по-другому, исходя из того, что вот почему вы плохо работали, когда были рабом? А потому что вы совершенно не заинтересованы работать, правильно? Я вас тут заставляю, а вы там да-да, а ничего не делаете. И я и применяю всякого рода насилие и угрозы и так далее. Но не заинтересован абсолютно раб в том, чтобы сделать больше. То есть это такая производительная сила, которая не заинтересована в своем развитии, правильно? А крепостной? А, это совсем другое дело. Крепостной на барщине он отработал, и у него есть земля, выделенная ему помещиком, где он в остальные дни самостоятельно, без всяких указаний со стороны помещика, все устроит, всю свою семейную жизнь, все свое семейное хозяйство, и воспроизводит все, что ему нужно для жизни. Правильно? Помещик разумный, если он понимает, в чем состоит богатство феодального общества, ну, так устраивает барщину, чтобы у крестьянина,
была возможность себя содержать. А кто его иначе будет содержать? Помещик, что ли, будет для него продукты готовить для этого крестьянина? Пусть крестьянин сам заготавливает для себя продукты, кормит свою семью, пусть все они работают. И вообще помещика не интересует, как вы там добываете средства для жизни. А вы придите в понедельник, вторник и среду и поработайте на барщине. Будете хорошо работать, будет вам эта земля. Будете плохо работать, сгоню с земли, продам. Продам по отдельности. Можно с землей, без земли, с семьей, без семьи, поштучно продавать, так? То есть убивать только нельзя, а все остальное может делать помещик. Но это же, так сказать, уже совсем другой стимул для... Вы хотите лучше жить? Ну и вы себя ковыряйтесь на своем хозяйстве. Но чтобы вы ковырялись на своем хозяйстве, что я вам разрешал вашей корове ходить на выгоны, чтобы вы могли входить в лес за грибами, мой лес, мой, не ваш, вся земля принадлежит феодалам, вся земля принадлежит помещикам, у вас нет ни клочка, а вы у меня как бы в гостях. Ну раз в гостях, вы немножко должны поработать, денька 3-4, 3-4 в неделю, остальное все, вы свободны. Свободны и там, на своем клочке. Значит, вы заинтересованы в развитии производительных сил. И у помещиков вы заинтересованы работать хорошо. И заинтересованы у себя на участке, сколько вы наработаете, столько и есть будете. Поэтому, ну и как у нас, здорово у нас с исследованиями, как? Нам рассказывают все время, что набежали варвары, уничтожили рабовладение. Ну почему снова это рабовладение не восстановили? Убежали же вы, эти варвары. Ну, убежали, прибежали. Что такого страшного? Почему? Они же не вечно там сидели, натирали. Почему не восстановилось снова рабовладение? Да потому что уже производительные силы появились такие, которые требуют заинтересованности в их использовании. А если я раб, я буду ломать это все. Потому что это вот то, что вы мне дали, это вот орудие. Это орудие моего угнетения, моего порабощения. Как я к нему отношусь? Так и отношусь, как к орудию своего порабощения. А с ненавистью я к нему отношусь. А если это феодализм, так я должен этим орудием пользоваться, уметь лошадь как следует запрягать, а не так, чтобы у нее шея была потертая. Правильно? Если мы, скажем, на этой самой тяге не просто вручную рабы там спахивают мотыгами, а если лошадь и с сахой идет, так вы подумайте, кормить надо эту лошадь хорошо. Если вы будете ее не овсом кормить, а черти чем. Она, если вы на ней потом будете скакать, то она сама упадет и вам шею сломает заодно. Поэтому крепостной крестьянин оказался человеком заинтересованным. И феодал оказался человеком заинтересованным в жизни своих крестьян. Потому что если голод, а если крестьяне вымрут? Поэтому толковый помещик что делал? Он в голодные годы открывал амбары и выдавал крестьянам. Говорит, берите, пожалуйста, потом отдадите с процентами, когда будет хороший урожай, следующий год. Но он не хотел допустить смерти своих крепостных, верно? Смерти своих крепостных. Почему? Потому что крепостные – это его богатство. Если у меня много крепостных, я богатый помещик. Если у меня мало крепостных, у меня только двое, так мне никто руку не подаст. В серьезном обществе. Вот мы пришли с вами на бал. Вы меня знакомите вот с ней, а она отворачивается и говорит, а у меня только всего двое крепостных. Я с таким вообще разговаривать не буду. А вот если у меня 300 крепостных, ну как-то все вот вокруг ходят, так, внимание, так я, соответственно, и одет, соответственно, и дворец у меня, правильно? То есть, если богатство рабовладельческого общества, это кто? Это что? Это рабы. Если у меня 1000 рабов, я богаче. Если у вас 2 раба, да вы вообще вы бедняк. Я с вами тоже разговаривать не буду. Что вы с вами разговариваете? У вас сколько? 300 рабов? Ну, с вами можем еще как-то так. А у вас 50? Ну, уже это как-то не то. Нет, 50 не будем с вами разговаривать. Ну, 300, да, это вот коллега может вырастить еще. То есть вообще историки, тем более музеологи, которые еще вдобавок себе такую задачу поставили, они должны как живую представлять вот эту картину развития. И вот эти вот все переходы от одной формации к другой, это дыра такая, вот неисследованная дыра, можно сказать. Работ мало, и если есть они, то они тоже не очень глубокие. Почему? А потому что их нельзя исследовать без диалектики, а диалектика у нас не ахти как здорово.
Много вы знаете книг диалектических или историков, которые знают хорошо диалектику. Хотя, вот, скажем, у нас на историческом факультете, а сегодня в Институте истории, у нас все время, так сказать, в курсах философии диалектика присутствует, и уже есть у нас целые поколения. Например, вот Клим Жуков сам говорит, что он у меня учился, и он, так сказать, применяет эту самую диалектику, известный, так сказать, выступающий. А я преподавал философию, историю для пятикурсников, для тех, кто уже практически все вот это вот изучил, и вот ему нужно было обобщить этот материал и сделать его живым. А это очень важно. Иначе, если я буду говорить, в каком году был такой царь, в таком году такой царь, он пошел туда, пришел сюда. И что? Что? Нету тут никакой... Нет борьбы противоположностей, нет борьбы противоположных тенденций. Нет личностей, которые представляли эти противоположные тенденции, являлись их духовными или идейными, или практическими выразителями и так далее. То есть все это нужно, вот, скажем, с учетом того, кто такой музеолог, это вот как хлеб нужно. Поэтому что я могу? Я вас заставить, конечно, не могу изучать науку логики Гегеля, а посоветовать могу. Очень даже советую, потому что если вы хотите отличаться от вот этой рядовой массы описателей, которые все описывают, а все уже это описано. Но история тебя написана, переписывает. Хотя можно назвать историка Соловьев, который изучал науку логики Гегеля, и поэтому его книги особо интересными являются. Соловьева история. Это человек, который науку логики Гегеля изучал. Она отличается от других. И есть, как говорится, на что опереться. Поэтому, значит, вот этот период становления феодализма, он может быть назван переходным периодом от рабовладения к феодализму. То есть вот еще один, второй переходный период, третий переходный период. А нам с вами известно, что феодализм постепенно разлагается и сменяется капитализмом, буржуазным обществом. Как это происходит? Это происходит как бы сначала незаметно, потому что развитие простой кооперации в городах, у ремесленников, постепенно переходит к кооперации, основанной на разделении труда. А кооперация, основанная на разделении труда, означает, что все сложные процессы труда, которые могут осуществлять только мастера этого дела. Например, человек, вот посмотрите, у вас вот стоят стулья, вот они, деревянные. Как раз вот такие стулья спокойно могли делать ремесленники. Так, то есть он должен вот весь стул взять, сделать, здесь есть крышка, есть спинка, есть ножки, надо это все выпилить, перекладины сделать, вот эти элементы спинки, все это нужно сделать, и все, закончить этот стул. Ну, вы видите, они как близнецы, эти стулья. То есть можно взять и разделить труд. Не так, как в простой кооперации, каждый делает стул. Я стул, вы стул, вы стул, вы стул. И дальше мы смотрим, кто больше стульев наделает. Кто быстрее, кто более умелый и так далее. Можно сделать по-другому. Вы будете делать только ножки. Ножки, кто не может, ножки, вот все, вымерили их, вот такие размеры. И просится уже использовать какие-то механизмы или машины, для того, чтобы они выдавали только ножки. Так? Вот это, видите, досточки, одни и те же напиливые досточки. Вот это вот одного размера, это второго. Номера им поставь, 4 номера. И вы будете вот первую, вы вторую, вы третью, народу у нас много. И каждый будет делать один элемент. А кто-то будет собирать. А кто-то будет потом лаком покрывать, они лаком покрыты. Ну, собирать и склеивать имеется в виду. А когда вы все разделили, этот труд, то он уже подвластен вот это. Вот эти операции подвластны машинам. Машине, так сказать, машине стул сделать – это сложная задача. А машине сделать ножки – это несложная задача. И эти вот сейчас ножки такие выстреливаются, как из пулемета. Сразу пошли. То же самое там. Вот смотрите, одинаковый верх этой спинки. Вот они все. Их можно вытачивать на деревообделочных станках
программным управлением. Будет вылетать оттуда эти. Остается только потом. Ну вот ручная, может быть, будет работа сборки этого всего. А покраска? Покраска тоже может быть. Так сказать, раз. Ведешь, теперь можно распылителем, раз и покрасили. Не кисточкой его красить. Распылили этот лак и все. Или поставили в атмосферу, где это вот лаковая пыль, пар, туман. И получился у вас законченный стул. Начался этап, когда можно нанять людей, которые не умеют делать стулья, чтобы они сделали стулья. То есть один человек, который умеет делать стул, может организовать производство. Вот вы будете делать ножки, вы спинки, вы то, вы сё, вы пятое, вы десятое. За соответствующую плату, наемный труд. И за наемный этот труд вы будете получать ну столько, чтобы вы ушли со своей деревенской работы. Бежали от своего помещика, удрали в голод, в город, и, или откупились от него, и я могу помочь вам откупиться от него. И чтобы вы ко мне приходили, мне что нужно сделать? Чтобы зарплата у вас была больше, чем доходы у крестьян. И тогда начинается движение крестьян в города. Кто это наиболее хорошо изложил, как это происходит, как идет становление капитализма в деревне, это лучше всего изложено Лениным в работе «Развитие капитализма в России». У Маркса такого нет. Маркс рассматривал капитализм в Англии, так сказать, просто рассматривал, что выгнали крестьян, закупили овец и стали производить шерсть, а из этой шерсти, значит, делать шерстяные изделия, и пошло капиталистическое развитие в Англии. А продовольствие как же? А, и закупали в Европе. А у кого закупали? Ну, вот у тех, кто работал, у феодалов, у них есть крепостные крестьяне. А вот как при крепостничестве зарождался капитализм непосредственно, не так, что вы купили в другом месте. Это сделал Ленин в такой большой книжке. Составляет она третий том полного собрания сочинений, он ее написал в ссылке. Его на 3 года как бы в докторатуру сослали, а поскольку он еще и дворянин был, немножко денежки подкидывали, как дворяну, дворянину, то вот он книжку такую написал, а родственники ему туда послали все необходимые материалы. А статистика была очень хорошая, земская, статистика прекрасная. И он все эти процессы зарождения капитализма, вот тут мы можем сказать, что вот здесь, как происходило зарождение капитализма, это блестящая вот книга «Развитие капитализма в России», и даже скучная. До того там дотошно, вот все ее процессы показаны, считаешь, но тот, кто ее прочитает, никогда не забудет, как из феодализма постепенно вырастает капитализм. Ничего не меняется там наверху. Наверху правят феодалы, есть царь. А Россия становится все больше и больше в экономическом отношении буржуазной. И к концу XIX века капитализм в России как экономическое явление созрел. До этого было много всяких обсуждений. Народники говорили, нет, у нас, значит, особый путь России, никакого капитализма не будет, это западничество и так далее. Эти споры сначала были очень горячими. Ленин в них использовал, такую статью написал по поводу так называемого вопроса о рынках, что есть у нас рынок для капиталистической промышленности. Но статью это не перешибешь. А вот когда вышла работа Ленина «Развитие капитализма в России», все споры постепенно угасли на тему о том, какая, что происходит в России. Потому что было на огромном таком массиве материалов в книге за подписью В. Ильин, обычный, так сказать, такой псевдоним, по отцу, В. Ильин там. Я иногда подписываю, когда 2 статьи в одной газете, М. Васильев, поскольку я Михаил Васильевич. И вот таким образом, после этого можно сказать, что вот такое исследование зарождения капиталистической формации проведено. Есть научный факт, выдающийся. А вот по поводу зарождения феодальной, не особенно. И по поводу зарождения рабовладения тоже. Вот рабовладение изучают. Или изучают порабочный коммунизм, первобытный коммунизм. Или... А рождение не надо вот изучать? Не надо этот переход изучать? Самое это интересное. Вот это становление неизученным остается до сих пор.
Но вот в отношении капитализма в России нет, это уже не скажешь, что не изучено. И тот, кто понимает, как он зарождается, тот понимает, как он снова может возродиться. Те люди, которые читали развитие капитализма в России, те понимали, что с движением на рынок и с упованием на то, что рынок все решит, было связано уничтожение Советского Союза и социализма в СССР. Потому что они знают, в чем этот процесс состоит. Что вот если начинаешь ты с товара, то, и как показано в «Капитале» Маркса, товар превращается в деньги, деньги в капитал. И получаете вы капитализм. А от того, что вы называете там всякие, говорите слова, что это социалистический товар, социалистический рынок, от этого ничего не меняется, от этих прибавок, приставок и так далее. Но вот чем заканчивается переходный период от феодализма к капитализму? Он заканчивается изменением политической власти. Так? Совершается буржуазная революция, и наиболее крупной и эпохальной была Великая Французская буржуазная революция, и после нее уже появляется не только капиталистический способ производства, а появляется уже капиталистическая общественно-экономическая формация. Есть базис капиталистический и надстройка буржуазная. А, так сказать, монархическую феодальную власть снесли. И некоторые элементы и причиндалы этой власти могут сохраняться. Например, есть в Бельгии король, есть королева в Англии, но это как бы музей. Это по вашей части как бы выделенные деньги на то, чтобы выходила королева и показывала, как вот раньше были и времена, как жили королевы или как жили принцы. Вот если вам выделят деньги на то, чтобы вы жили как принцы, а вам, как, чтобы вы жили как принцессы, вы не отказываете, это неплохо. Вот если бы музейщикам и музеологам так выделяли деньги, как выделяют на королеву и на принцев, то это было бы неплохо. Но вам такую зарплату не дадут. Поэтому ничего, никакой роли политической королева не играет, ничего она не определяет, ничего не решает. Она номинальная глава государства, то есть фактически главой государства является премьер-министр Англии. Это все знают. Ну, мы против музея ничего не имеем, даже если он в такой форме. Это хорошо. Ну, а может такой переход состояться от капитализма к социализм. Некоторые думают, что сейчас, вот в частности, КПРФ говорит, у нас будут народные предприятия перед выборами. Почему-то у них народные называются, если 200 человек соберутся и создадут предприятие, сами у себя будут и капиталисты, и рабочие. Почему это народные? Причем народ – это рабочие и крестьяне всей страны. А как это у вас народное, когда на 200 человек? Это акционерное предприятие. Только вы сами себе акционеры, сами себе и работники. Ничего социалистического тут нету. Из таких вот, это кооператив. Из таких вот кооперативов вы не составите социализм. Более того, если нет государства рабочего класса и не организована социалистическая промышленность, кооперативы не могут дать социалистической общественной собственности. Вот, скажем, в Югославии был такой фактический эксперимент. Каждый, так сказать, сделали всю югославскую экономику из таких отдельных предприятий, управляемых якобы работниками. И что? И там утвердился капитализм очень быстро. Поэтому переходный период от капитализма к коммунизму, он не может так начаться, как вот начался переходный период от феодализма к капитализму. Он начинается совсем не с этого, а с установления власти рабочего класса. И вот власть установили, страна сразу становится социалистической по названию. Что такое социалистическая страна? Страна, которая поставила политической задачей строительство социализма или коммунизма. У нас таких стран немало. У нас Куба – социалистическая страна, Китайская Народная Республика – социалистическая страна, Социалистическая Республика Вьетнам. У нас Лаосская Народно-Демократическая Республика – тоже социалистическая страна. В Корее
построен первая фаза коммунизма. Она не только социалистическая страна, но в ней социализм построен. Первая фаза коммунизма. Больше ни в одной стране, которая считается социалистическими, социализм еще не построен. И вот этот переходный период тоже требует изучения. Вот у Ленина есть работа «Экономика и политика переходного периода». Он там рассказывает, что есть, было пять укладов в России. Был патриархальный уклад. То есть вы картошечку произвели, огурчики произвели, помидорчики произвели, сами кушайте. И никуда вы не выносите на рынок, ничего не продаете, а можете там вас пригласить и угостить. Мы ждем приглашений, когда у вас будут и картошечка, и огурчики. И у вас, может, и свинья есть, у вас потом сало вот такой толщины. Ну, прямо уже хочется пойти на обед. Но вы нас не приглашаете, понятное дело. Нет у вас того патриархального хозяйства. Второе, такой был уклад в России. Второй уклад был, это мелкотоварный. Часть вы сами съедаете, а какую-то часть выносите на рынок. А вот мелкий хозяйчик, работающий на рынок, называется мелким буржуа. Это определение мелкого буржуа. Очень советую вам это запомнить, или если не запомнили, записать. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Не маленький буржуй. Маленький буржуй – это человек, который эксплуатирует рабочих и живет чужим трудом. И, причем тот труд, который он потратил, меньше, чем тот труд, который чужой, который он привлек, который он использовал, который он присвоил. А вот мелкий буржуа – это не буржуа вообще. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Но у него есть тенденция превратиться в буржуа. Мелкий хозяин кем хочет стать? Настоящим хозяином. То есть стать буржуа. А сколько, какой шанс у мелкого буржуа стать настоящим хозяином? Небольшой этот шанс. Единицы из сотни становятся из мелких буржуа. Остальная часть превращается в пролетариев, то есть лишенных собственности. Разлагается этот слой мелкобуржуазный, несмотря на то, что его любит вот Дмитрий Анатольевич Медведев, он говорит, надо поддерживать мелкий бизнес, да как его не поддерживать? Как вы его не поддерживаете? Вы что, с мелким бизнесом сделаете корабли, самолеты, подводные лодки, ракеты? Ну что вы с мелким бизнесом сделаете? Он говорит, у нас будет умная экономика. А в чем умная? Что сидят, будут вручную все делать в гараже и книжки читать. Это что ли умная экономика? Что тут умного? Никакой технический прогресс невозможен. В этих ларьках у них туалета нет, а у них ведро. О чем вы говорите? И вот говорят про поддержку мелкого бизнеса. Потом оказывается, у нас уже не 36% государственный сектор, а уже 70% государственный сектор. Ну, это совершенно понятно. Мы живем в эпоху государственного монополистического капитализма, когда крупный капитал по закону о преимуществах крупного производства, по закону о концентрации и централизации, которые расписаны в «Капитале» Маркса и которые действуют объективно, независимо от того, что кто думал или что кто читал. Эти законы приводят к тому, что мелкие буржуа разоряются. Но в том же «Капитале» показано, что поскольку монополисты, они повышают цены очень сильно, монопольно высокие цены делают. И даже мелкие буржуа могут некоторое количество их существовать, потому что при таких ценах даже вручную можно что-то сделать или с малыми механизмами и тоже жить, но не припеваючи, а кое-как. Поэтому кое-как надрываясь этот мелкий бизнес или эти самые мелкие буржуа существует и в современной России. А этап у нас какой? У нас не переходный период капитализма. Да, у нас давно уже капитализм в чистом виде. Так вот, продолжая вопрос о том, какие есть уклады в переходный период от капитализма к коммунизму, а уклады, значит, вот мы назвали патриархальный, мелкобуржуазный, частнокапиталистический уклад, потому что не все национализируется, никто никогда и не советовал все национализировать после социалистической революции. Крупные национализировали, а мелкие зачем их национализировать? Как вы будете ими управлять, их сколько много? Пусть они там сами. Что хотят, то и делают. Это называется частно-хозяйственный уклад. А есть уклад, который называется госкапитализм.
Это такие предприятия, национализированные, то есть принадлежащие государству рабочего класса, а которые, тем не менее, не по единому плану работают, а вот на началах обычного капиталистического предприятия. Только прибыль сдают государству. Так все идет. Вот как у нас вот работает «Газпром», «Роснефть», «Ростехнологии», «Вертолеты России», «Двигателестроительная корпорация», «Самолетостроительная», «Кораблестроительная корпорация». Они же как обычные фирмы. Ну что они делают? Они стараются себе набухать большую зарплату по возможности, потому что они самостоятельные и как бы играют в то, что они частные совсем. На самом деле они принадлежат буржуазному государству, то есть это собственность класса капиталистов. Ну, а прибыль отдают, конечно, прибыль не их. Что нужно сделать? Зарплату себе сделать, она же как считается затратами. Например, если вы возьмете членов правления Роснефти, у них зарплата примерно 24 миллиона в месяц. Ну, вам не понять сложности их жизни с вашими стипендиями и с вашим потреблением. Зато вы можете сказать, хочешь похудеть, спроси меня, как. У вас тоже есть преимущества определенные. А там 24 миллиона. Представляешь, вот дали бы вам 24 миллиона, вы же, наверное, от ужаса, как куда их деть, как спрятать, чтобы их у вас не отняли, переволновались бы, может, заболели. Чтобы вы не заболели, вам их и не дают. А там люди привычные. 24 миллиона – это нормально. Сколько у руководителя, мне неизвестно. Нет, статистику нам такую не сообщают. Если возьмете «Газпром», ну там мало, там 15 миллионов в месяц члены правления получают. Если вы возьмете «Бедняков», например, ОРЖД, там 5 миллионов в месяц получают. Ну там еще больше бедняки в правлении Сбербанка. Вот последних данных у меня просто свежих нет. А есть данные за 2007 и 2008 год. В 2007 году в Сбербанке члены правления 20 человек получали по 3,7 миллиона в месяц. 3 миллиона 700 тысяч. А в 2008 году случился кризис. В связи с кризисом мы где-то начали где-то увольнять людей, а там люди своих не сдают, а они в Сбербанк, в члены правления еще 3 человек добавили. Раз дело кризисное, дело тяжелое, безденежное, надо увеличить тех людей, которые получают эти миллионы. И стало 23 человека. Но заработная плата членов правления Сбербанка сократилась и стала не 3 миллиона 700 тысяч, а 3 миллиона 400 тысяч. Вот представьте себе, у вас зарплата стала на 300 тысяч меньше, чем в прошлом году. Как бы вы страдали? А вы не страдаете, потому что вы даже не понимаете, что это такое страдание, когда на 300 тысяч меньше, правильно? Ну вот, как людям тяжело. Ну вот так же было у нас после революции, после национализации, потому что национализировали, а что, план есть? Никакого плана. Еще делали план Гойл-Ро, а потом пятилетние планы, а потом годовые. До этого было когда небо, а пока... Только часть этих предприятий государственных направлялась по единому плану и в общих интересах. Это был какой уклад? Коммунистический. И вот когда этот коммунистический уклад по итогам развития в течение переходного периода стал единственным, можно было сказать, что первая фаза коммунизма построена или в СССР построен социализм. Социализм был построен не путем закрытия укладов. Зачем их закрывать? Вот если я имею крупное предприятие, а вы имеете мелкое предприятие, я произвожу лучше продукты и дешевле, чем вы, вдвое. Что будет с вами? Как что? Закроется ваше предприятие. И куда вы пойдете? А ко мне пойдете работать. А куда вам деваться? Поэтому никто, вот в период НЭПа, говорит, куда, как НЭП закрыли? Никто НЭП не закрывал. НЭП позволял даже 3 наемных иметь. Пожалуйста, хотите, организовывайте капиталистическое производство. Неважно, какое производство. Продукция была, не было бы разрухи, чтобы народ, так сказать, не умер в переходный период. Пока вы там занимаетесь социалистическим строительством. А в это время, значит, шел процесс нарастания планирования.
возникновение социалистического планирования, вот мы эту категорию знаем, возникновение крупных предприятий, строились по 1000 штук каждый год. Вот, скажем, вот начался капитализм. Когда капитализм был после феодализма, тоже бурно строились предприятия. А у нас что было после 90, начала 90-х годов? Разрушаются предприятия, закрываются, выгоняют рабочих. Что построили? Хоть один завод можете назвать? Я могу. Один. У меня товарищ мой, Виктор Георгиевич Долгов, был директором завода по производству бутылочного стекла. Кингисеппе. Современный завод, там все автоматизировано, прекрасный. Но больше я примеров не знаю. Он, кстати, у нас был первым проректором университета, когда Вербицкая была ректором, доктор экономических наук. То есть это редкость. Я ему говорю, вот я вот просто всегда, мне приятно с ним говорить, что это единственный человек, который строил в эпоху, когда все заводы разрушаются у нас. Вот переходный период становления коммунизма. А когда становление коммунизма закончилось? В середине 30-х годов. Когда все остальные уклады, кроме коммунистического, исчезли. Ушли. Потому что в экономике решается вопрос очень легко. Не так, как вот сейчас решается. Взяли и распилили ларьки. Зачем их распиливать? Они сами, если разорятся, разойдутся. Зачем вы их распиливаете? Если они не разоряются, значит, их никто не может заменить. Если вы не можете заменить с нынешней своей промышленностью, зачем вы трогаете эти ларьки? А их взяли и распилили по указаниям Матвиенко. Дескать, вот они тут портят картину. Раз их. В Москве недавно раз, все оформлено было. Этот мелкий бизнес там был. Но вы организуйте более дешевое производство и более дешевую продажу продуктов. Продукты будут в два раза меньше продаваться. Кто будет там покупать рядом в ларьке? Они разорятся. После этого они сами разбегутся и закроются. Зачем закрывать? Нет, надо было взять и закрыть, приходили, ломали, то есть с бульдозерами, с экскаваторами и так далее. Такого не было в переходный период. Переходный период от капитализма к социализму в России. Они сами потихонечку закрывались. И в Конституции СССР было записано, допускается частный труд, там, ремесленный и прочий, кустарный. Ну, если вы хотите чистить ботинки на улице, сидеть на солнышке, и чистить ботинки. Вам приятно, когда не с грязными ботинками идут люди. Я спрашиваю, зачем это закрывать? Не надо это закрывать. Но если у вас есть, появились вот такие сейчас аппараты по очистке ботинок, в Смольном есть, в Думе есть, туда зайдешь, хоть ботиночки почистишь. А так вот они не стоят, чтобы можно было даже бросить туда пятак, да почистить ботинки. Нет. И уже и тех чистильщиков нет, и машин этих нет. А в чем проблема? Короче говоря, закончился переходный период, и что наступило на личное бытие коммунизма. Коммунизм когда был построен в СССР? А? Как не был построен? Вы что такое коммунизм знаете? Коммунизм основан на общественной собственности. Общественная собственность когда появилась у нас? Частная исчезла, а общественная стала единственной формой собственности. Когда? В середине 30-х годов. Коммунизм значит общий, а строй, который основан на общественной собственности, называется коммунизм. А то, что социализм построен, это вы знаете. А то, что социализм – это низшая фаза коммунизма, не знаете? Я вас информирую. Поэтому, когда коммунизм был построен? 30-е годы. Да, 30-е годы. То есть, и тогда, в 30-е годы. То есть, почему-то вот люди говорили, мы построили социализм, а дальше, говорю, что будете делать? А дальше будет идти дальше социалистическое строительство. Чего вы вот в дом построили опять строительство? Так вы разберитесь в этом доме, грязь уберите. Знаете, как сколько мусора строительного после стройки? Сколько сейчас вот занимается, когда дом вот сдадут, а потом сколько возится ему несколько лет, чтобы сделать его пригодным для жилья. Что такое социализм? Это низшая, неразвитая фаза коммунизма. Неразвитый, неполный, незрелый коммунизм. А высшая фаза, как называется, полный коммунизм, это тот коммунизм, которым уже исчезли родимые пятна старого строя. А мы с вами изучали становление. Если в становлении вот, получается наличное бытие, а в нем есть небытие. Небытие коммунизма есть при социализме? Есть. Вот если мы с вами изучили сегодня в абстрактной форме, в общей форме такой, что является результатом снятия становления, наличное бытие.
А раз наличное бытие, а в нем есть становление, а в нем есть отрицание, небытие. Поэтому в коммунизме на первой фазе есть родимые пятна капитализма, и есть тенденция к разрушению социализма, объективно существующие, а не только тенденция к перерастанию в полный коммунизм. Вместо этого говорят, нет, коммунизма нет. А что есть? А что у вас все время переходный период? Когда заканчивается, нет? Становление-то заканчивается. Вот оно, становление завершилось. Становление-то завершилось. А это означает, что вы пришли к полному коммунизму? Нет, потому что еще неравенство остается между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Но такие люди, как Хрущев, сказали, все закончилось. Не нужна диктатура пролетариата, не нужно бороться за коммунизм. У нас уже все. И всякие глупости стали говорить, что вот будет через 10 лет низшая фаза коммунизма, через 20 лет высшая. Хотя на самом деле коммунизм уже был не развитый, не полный. И задача состояла в том, чтобы его развивать. А не в том, чтобы опять строить. Сколько можно все время строить? Вы давайте обживайте, развивайте. И боритесь с тем, что противоположно коммунизму в самом коммунизме. Вот у вас есть недостатки? Есть. Боритесь с ними. Это не значит, что у вас их нет, но вы должны с ними сами бороться, и мы должны бороться с вашими недостатками. Но мы можем вам помочь, но это ваше дело. Поэтому и так же и коммунизм, он рождается, когда он родился, вышел из, в результате снятия становления, и он содержит в себе свое отрицание. И вот это, изживайте это отрицание постепенно. Уже не в порядке кавалерических атак и не в порядке гражданской войны. А государство необходимо, диктатуру пролетариата, на весь период до полного уничтожения классов. А под полным уничтожением классов, как писал Ленин в «Великом почине», понимается ликвидация всякого социального неравенства, в том числе неравенства между городом и деревней, людьми умственного физического труда, и очень много места уделил Ленин в этой работе социальному неравенству между мужчиной и женщиной. Не в смысле права. Право тут мигом сделали равные права, а неравенство остается. И говорит, вот у нас неравенства уже нету правового, а женщина остается домашней рабыней. Ее приковывают к кухне, к детской. И это процесс очень длительный, освобождение женщины, действительного освобождения женщины. И он так и не произошел. И в советское время не произошел, и при социализме не произошел. То есть, например, в материальном производстве женщины составляли 50%, если носилки надо носить и лопатой что-нибудь поднимать. А в партии правящей только 11%. Вот и даже это видно. 11%. Перерыв.